Я хочу начать с признания. Все эти годы я кое-что от вас скрывал. Кое-что очень важное. Ведь я так просто Дед Мороз. О-хо-хо! Я как Дед Мороз официально заявляю. Перестаньте от моего имени поздравлять открытками Вайбер. Ну, пожалуйста. Ну и, конечно, я хочу пожелать вам верить в чудо. Ведь есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Бум. Народ, всем теплый привет и горячее здравствуйте. Этот смартфон изначально в момент выхода не был достоин моего внимания, хоть я и знал о его существовании. Но все же пришло время сделать этот опыт использования. Давайте, без лишней воды. Redmi Note 10S. Поехали. Изначально меня в 10S еще тогда и сейчас волнует вопрос цены. Почему он? Разве в его ценовом диапазоне нет конкурентов куда лучше? Давайте посмотрим, что предлагает рынок в том же ценовом диапазоне. Это мы можем сделать через e-каталог. Сам Note 10S стоит от 16, но это прям супер минималка, до 24 тысяч рублей. Окей, вбиваем тот же ценовой диапазон, так уж и быть, ставим смартфоны именно 2021 года. Ну и тут, Poco X3 Pro, на любителя, но все же. Note 10 Pro, да, 21K, но лучше во всем, в том числе и по фотовозможностям, о которых мы еще поговорим. О, Realme 8 Pro, но это вообще мой фаворит, причем по цене от 24К именно версия с 6 гигабайтами оперативной памяти, и есть смысл доплатить эти пару тысяч. Все эти смартфоны можно добавить в сравнение и посмотреть разницу по характеристикам на бумаге, лишним точно не будет. Кстати, ссылочку на e-каталог в России, Украине и Казахстане оставил в описании к этому ролику. Народ, приветствую. Первые сутки с Note 10S подошли к концу. И смотрите, у меня, я начал запись, и у меня не горит свет. У меня свет только от окна. А, он мерцает. Это так себе история. Смотрите, спустя первые сутки, в целом я вам скажу, что я пока особых претензий-то не имею. Я и GCam поставил, попробовал, в принципе, и фотки неплохие. Единственное, что вибрация мне не нравится, как битое стекло. Но в остальном пока все нормально. Фронталка шумит, конечно, адски. И это несмотря на действительно хорошие условия освещения в тот момент. Ну да ладно, знаете, с чего я хочу начать? С приятного. А именно с автономности. Во-первых, я, как и всегда, проверил ее на реальном использовании. Будем загонять. Вот с этого момента попадаю. Вот. Ну что, время 10.43, сейчас ровно 100% заряда на Redmi Note 10S, и мы начинаем тест автономности на реальном использовании. Поехали. Так, прошло чуть более 6 часов, и остаток 78%. Так, время 22.10, остаток 56%, и с ними идем спать. Дамы и господа, утро доброе, время 6.45. И сколько у нас? 53%, то есть 3% за ночь почти за 9 часов. Время 11.49 и остаток 18%. Ну что, время 17.05 и остаток 4%. Самое время посмотреть на графики. По графикам у нас результат вот такой. Активен смартфон был 30 часов 22 минуты, при этом время экрана составило 5 часов 59 минут. И система Android съела больше всего, 32,78%. Я хочу обозначить важный момент. Аппарат не вышел только что, неделю назад или месяц. Он довольно давно уже в рынке, уже было не одно обновление с оптимизациями и устранением всяких косяков и неполадок. Поэтому с коробки я достал его и тут же обновил на версию 12.5.6. Что касается автономности, да, она в нем приличная, мне хватает на полтора дня, это при том, что я юзаю прям на максимуме возможностей смартфона. Народ, рад приветствовать вас на окончании третьих суток с 10S. У меня есть два вопроса, точнее два момента, которые я хотел бы поднять. Момент номер один – это по работе системы. Смарт давно уже как бы представлен относительно, и уже было ни одно обновление, ни одна оптимизация. И у меня вроде есть 6 гигабайт оперативной памяти, но я все равно чувствую не отличную работу. Есть и вылеты, есть и потери кадров, есть и какое-то подтормаживание в системе. Оно присутствует. А это первый момент. Второй момент. Ребят, я из видео буду это говорить. Грёбаный датчик приближения. Ну, сколько уже можно? Уже ни сил, ни нервов не хватает. Знаете, во время юзабилити он как будто иногда ковыляет. Видел на форуме пару отзывов о том, что система летает прям. Но, видимо, я испорчен тем, что видел много аппаратов в этом бюджете и могу сравнивать. Поэтому делаю такой субъективный вывод. Плюс я до сих пор не понял, что за странные тормоза я постоянно ловлю при просмотре видео на YouTube или во время первых секунд записи видео. Вообще, конечно, нюансов хватает, но очень сильно меня удивило, это за столь долгое время,
все-таки хреновая оптимизация темной темы. Посмотрите, вроде тема темная. Оп, белая. Оп, темная. Оп, белая. Если листать... Ну, гирлянда интересная. Да, под Новый год, кстати, очень неплохо подходит, но для глазок не самое приятное удовольствие, скажу вам. Ну и так почти в любом приложении. Вот, к примеру, студия YouTube. Текст темный на темном фоне. Бред, если честно, но как есть. Ну бред же! Ну бред! И хотел, значит, я показать вам скорость зарядки в виде теста. Взял комплектный блок и кабель. Комплектный блок, кстати, мощностью 33 Вт. Все по красоте. И начал тест. Ну вот кино. За первые 10 минут смартфон зарядился всего на 8%. Думаю, ну ладно, давай попробуем его включить. Может, как программный сбой. И что вы думаете? Прошло еще 10 минут, и на 20-й заряд составил всего 12%. Народ, смотрите, 21-я минута идет. 21 минутой. При этом Note 10S у нас заряжен на 14%. Я не знаю, в чем дело. Блок родной, кабель родной. Вон он, таймлапс до сих пор идет. Кто смотрит мои ролики, знает, сколько в этих условиях я заряжал, делал тесты на скорость зарядки. Это просто космос. Всегда было все отлично. Но именно 10S почему-то решил каким-то образом выпендриться. Я не знаю, в чем дело, вот честно. Я совершенно без понятия, что это было. В повседневном использовании на опыте я всегда ставил его на зарядку на ночь. Ну, думаю, ладно, рано или поздно тест проведу, замерю, посмотрим. Может, он и там выдавал подобное? Я не знаю. Народ, приветствую на окончании 5-х суток с 10S. Я вот смотрю сейчас на экран и понимаю, насколько же фронталка шумит. Это просто трындец. Знаете, я хотел подметить, вот у меня довольно много аппаратов. И на столе лежит, и я вот за эту неделю, как бы, знаете, всегда юзаю, через руки проходит, и на фото, и по работе. Да и в целом, за все время, знаете, за практику. Я вам скажу, что Note 10S имеет одно очень интересное преимущество на фоне остальных, так же, как и десятка. Это прекрасная сборка. Он все равно на фоне остальных кажется реально неким компактным. Ну и в руке лежит реально круто, добротно, приятно. В плане тактильных ощущений все супер. Единственное что, вибрация, она как сломанное стекло, да и слабоватая. Затем стереоэффект, он вроде присутствует, но верхний динамик тише, и это явно слышно. Может, тем, кто перейдет на 10S со смартфона без стерео и зайдет, но мне прям резало. Так, народ, быстренько по поводу работы с беспроводными наушниками 10S. В принципе, все хорошо. За все это время проблем, нюансов никаких не было. Связь отличная, все нормально. Кроме того, я хотел бы отдельно отметить работу сканеров кнопки питания. 10 из 10. Вообще, конечно, для многих компромисс 10S — это чипсет. Mediatek Helio G95. Не сказал бы, что он доставил мне за время использования неудобства, все очень даже хорошо. Но, во-первых, МТК очень капризны к модификациям системы. Даже малейшая неосторожность может привести к реально тяжелым последствиям. А во-вторых, работа интерфейса у обычного Note 10 была куда лучше. И что-то мне подсказывает, что дело именно в чипе. Вот, это вообще срочное включение. Я подснимал для вас тест игры на PUBG. То есть вот вы можете видеть последние значения, 41-42, вот сейчас вот 44-45. В общем, ну он теплый, он нагретый. Я оставался, наверное, в тройке победителей. Вот уже хотел подснимать вам этот результат, и он просто выключился. Просто выключился. Народ, что касается работы модулей связи на Note 10, смотрите, в плане GPS все нормально, все хорошо, отработал за 6 дней отлично. В плане связи тоже, в принципе, все ок. Но я заметил одну такую вот маленькую интересную особенность. А особенность в том, что за все время использования словить 4G была большая редкость. 80% времени аппарат находился с H+, но это ладно. За эту неделю я дважды выезжал за город, и сигнал за городом сваливался в хвала небесам 3G. Но скорость загрузки при этом была в нуле. То есть он не качал ничего от слова совсем. Народ, приветствую на окончании 6-х суток с Note 10S. Я как бы не планировал записывать этот момент. Значит, позвонил мне, вот я лазил в телефоне, сейчас час ночи, как бы немножко могу тупить. Мне позвонил телефон, и яркость смарта упала где-то процентов, наверное, на 70. И несмотря на то, что ползунок был почти на максималке, то есть нефтояркость не стоит, я ползунок кручу на максимум, а яркость все равно низкая. И решил этот вопрос только перезагрузка смартфона. В данный момент, то есть почему я начал записывать, я закончил с ним говорить, и кнопка «Вызов завершен», когда вот на MIUI она происходит, она обычно показывается и уходит. А тут она показывается, уходит, показывается, уходит, показывается, уходит. И так несколько минут. И вот сейчас я вам записываю, и эта штука продолжает выскакивать. Кстати, пару слов про экран.
Он мне понравился. И пороги яркости, и углы обзора, все хорошо. Кстати, в этот аппарат даже завезли DC-Dimming, что многих не может не радовать. Но даже без его активации я не ощущал дискомфорта. Да, экран поддерживает только 60 Гц, увы. И да, Always On Display доступен только 10 секунд. Можно, конечно, без проблем сделать больше, но поверьте, это очень сильно жрет заряд. А я пытался. Так, ладно, а теперь давайте поговорим о фото и видео возможностях. Наконец-то. Конечно, я накатил GKM, топовый по пользовательской голосовалке на FOPDA. С ним и будем сравнивать. Сходу можем заметить, что GKM хорошо отрабатывает участки с пересветом. На софтах можете заметить даже складки от ткани. С другой же стороны, это и минус. Где-то, где нужно, он не вытягивает. Хотя и сток обрабатывает очень странно. Но при этом передача цвета, вот тут вы явно видите разницу. И да, лучший цвет передал именно GKM. Да и в принципе еще раз можем убедиться, что GKM куда лучше работает с пересветом. Еще раз посмотрим на передачу цвета. GKM передал более естественно цвет этих ласточек, да и резкость получше. Опа, ты чё снимаешь? На лету схватил голубя стоковой камерой. Кстати, неплохой результат получился. Тут я могу сказать, что GKM дает куда лучшую резкость, несмотря на то, что света недостаточно. А на этих фото с одной стороны разницы нет, но стоит нам приблизить, сток немного дал кашу. Да-да, фото на один и тот же смартфон, просто софт разный, напоминаю. Ну и снова, вот он вроде как и минус GKM, он не высветляет участки, которые вроде как алгоритмом стоило бы. Ну и тут та же картина, хотя я даже не знаю, что смотрится лучше. Наверное, на любителя. Что я могу сказать вообще в целом, да и в принципе? Фотовозможности чуть лучше среднего. Скажем так, для человека, который достал и сфоткал, пойдет, ну вот как здрасте. А для тех, кто ищет хорошую камеру в этом бюджете, увы, этот аппарат не для вас. Да и вообще, помните, у меня был ролик по обычному Note 10. Так вот, несмотря на то, что 10S дороже, фотовозможности у него куда хуже. Во-первых, Note 10 использовался модуль Sony MX582, а в Note 10S с сенсором Omnivision. А во-вторых, похоже, G95 вкупе с этим модулем не так хорошо обрабатывает изображение. Короче, факторов хватает. Но это если в сравнении. А так пойдет. Что касается ночной съемки, тут однозначный факт, сток делает куда приятнее ГК. Делает неплохо, но не с первой попытки. И да, у него именно в ночном режиме есть большие проблемы с фокусом, и неважно, далеко объект или близко. Чисто китайский рандом. И это я говорю про фокус тапом. Авто так вообще уходит на выходной, как только переходишь в режим ночь. Но, еще раз повторюсь, можно сделать неплохие фотки. Эй, жопка. Жопка, слазь. Тебя маской буду мазать. Да, да, смотри, вот этой маской. Чего ты залез-то? Слазь давай. Перс. Не выпендривайся. А, дамы и господа, это Минск. Это 10 дней, нет, даже меньше, это 8 дней до Нового года. И у нас просто красота. Дамы и господа, 9-е сутки сегодня уже, пора уже сим-карту доставать и наконец-то записывать вам ролик. Поэтому краткий вывод по опыту использования за эту неделю. Знаете, самый краткий вывод, который я могу сделать, это сказать, что 10S не дотягивает до уровня Redmi Note 10, который при этом стоил дешевле. Note 10 был лучше по всем параметрам, где-то такими же, где-то лучше, чем 10S, но при этом дешевле. К сожалению, его найти сейчас почти невозможно, а если можно, то это большое везение. Его довольно быстро сняли с производства. По каким причинам, я не знаю, но, увы и ах. А вообще, никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то на этой платформе. Максимум прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть одно. Свое. Кстати, с наступающим.